Некоторые журналисты снимаем комбата, чтобы не говорили, что не бывает на передовой или в бой не ходит с нами, не знаю. Поселок Мироновский. Пошли, командир. Пошли, командир. Красного группа идет за вами, 100 метров. Визуальный контакт, 150 метров. Вы осмотрели здесь, они смотрят вправо-лево. Понял, понял. То есть вы идете в другом порядке. То есть смотрите аккуратно. Здесь получается, видишь, он заболоченная, блядь, эта хуйня, все. Дальше. Серый, вы поднялись сюда, там все чисто, как говорят. Осмотрелись, на саму гору лезть не надо. То есть обошли сюда. Красный вас ждет на склоне. Если все чисто, ты возвращаешься под склон к красному. Красного группа возвращается назад, и к тебе выдвигается бэха, понял? На прикрытие. И вы ждете уже нашего тогда прибытия. Бэхи одна будет? Одна бэха пока. Это наш боевой бобик, в котором погибло трое ребят, к сожалению. Машина вся аварийная. Еще послужит. Ну, тут ребят посекло пулями, осколками. К сожалению, двое погибли на месте. Вера в госпитале. Весик сверху. Это Паска. Мухи, гранатометы. Полный боекомплект. Такой вот кубик. Кубик хорошая вещь, конечно. Кубик вещь хорошая. Если бы еще был бронированный, цены бы ему не было, конечно. Вот так.